Всем привет! Победительница холостяка Екатерина Сафарова поблагодарила Тимура за то, что он сделал ее счастливой как женщину. Итак, в эфире телеканала ТНТ прошел финальный выпуск 8 сезона шоу «Холостяк», где главным героем был Тимати. Рэпер сделал свой выбор и подарил кольцо модели Екатерине Сафаровой. В эфире Катя, узнав о том, что Тимур выбрал ее, расплакалась, нежно поцеловала холостяка и долго не смогла поверить в случившееся. «О май гад!» – повторяла Сафарова. До финала девушкам нельзя было комментировать выбор главного героя, поэтому как только закончился эфир, победительница рассказала о своих эмоциях. «Когда я впервые увидела Тимура, даже не могла себе представить, что все так обернется для нас. Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня, как женщину, счастливой. Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на твою брутальность и строгость, до безумия чувственный. Спасибо проекту «Холостяк» за то, что ты появился в моей жизни», – сказала Катя. Она также призналась, что ее история с проектом началась в прошлом году. В тот период ей было тяжело, и модель хотела изменить свою жизнь. «Я хотела чего-то нового, каких-то новых, интересных знакомств, эмоций, приключений», – вспоминает девушка. Об этом она рассказала сестре, которая через неделю позвонила с вопросом: «А как тебе Тимати?» Тогда Сафарова и не предполагала, как далеко ее может завести ответ, ведь речь шла о телепроекте «Холостяк». «После того, как Женя ввела меня в курс событий, я задумалась, а почему бы и нет? Мы всегда учимся у окружающих. И я была уверена, что знакомство с Тимуром будет для меня как минимум интересным опытом. Да и где бы мы еще познакомились с ним? Мы живем в разных странах», – призналась модель. На проект она пришла позже из-за закрытых границ, но сразу же понравилась Тимуру. Они сходили на несколько свиданий, во время одного из которых он даже выгнал девушку, но затем вернул обратно. И вот теперь им предстоит строить отношения в реальной жизни. А мы будем следить за происходящим, несмотря на то, что много критики, слухов и сплетен вокруг этого шоу. По-моему, сама пара очень симпатична. С вами был канал Гарик Талисман ТВ. Обязательно подписывайтесь на наши новости. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.